Это там, на той горе, плюс 20 в любую жару было, и больше температура не поднималась. Да, это правильно. Да. Чего это? Ну вот мы говорим, что вот эти вот... Дух Аркаима? Дух Аркаима, вероятно. Да, и вот сама вот та гора, вот называется она сейчас такой, всеми признана и наукой, и старожителями, и лечебная как бы. Идут сюда издалека, вот я уже говорил, что позапрошлом году бабка 70-летняя пришла пешком. Пешком жила тут месяц и проходила лечение вот на этой вот на горе, на самый пик. Ушла 20-летняя? Ушла, да, и ушла еще лучше, поправив здоровье. Для скота это лучшие пастбища были у нас по всему хозяйству. Кроме того, даже вот близлежащие вот эти вот поля, обычно на Александровском отделении мы не знаем, это так или не так, или природа действительно. Но отличались и урожаи хлебов при тех же условиях, при той же, предположим, засухе, погодных условиях. Они, все это как-то отличалось. Вряд ли этот человек, создавший первую и пока единственную на Урале ассоциацию племенных хозяйств, нуждается в представлении. За Александра Антоновича Заплатина говорят его дела. И поэтому мы решили почти отказаться от комментария. Смотрите, слушайте работающих с ним людей, оценивайте, сравнивайте. А мы позволим себе задать только один вопрос. Повредит ли нам, южноуральцам, и российскому обществу в целом, если одним порядочным человеком, мастером своего дела, глубоко знающим проблемы и нужды села, в Государственной Думе станет больше? Все препятствия были благодаря упорству и стараниям генерального, еще раз повторяю, директора нашего Заплатина Александра Антоновича. Было приобретено для головного предприятия канадской 14 комбайнов канадских, было 7 сжатых самоходных канадских приобретено, 5 прессов, сушилка производительностью 500 тонн в смену, также емкости для хранения семенного и товарного зерна на 5000 тонн. Владимир Васильевич, результат, зерно где сейчас находится? Ну, результат, как говорится, результат, ну, слов нету, результат то, что каждая емкость имеет свою охлаждающую и вентиляционную систему. Все зерно у нас полностью, 5000 тонн семян находится в этих превосходных бункерах. За то время, пока нас не было здесь, у вас много изменений, в том числе и сушильный комплекс. Что это дало производству? Во-первых, у нас очень увеличилась продукция в два раза. Вместо 500 килограмм мы сейчас отправляем тонну готовых изделий макаронных. Вот сегодня в Магнитогорск сколько уйдет у вас макаронных изделий? Тонна. Тонна макаронных изделий. И сколько вам нужно времени, чтобы продать этого количества? Ну, каждый день мы все больше и больше отпускаем. Мы даже не успеваем, собственно, это самое изготовлять, потому что у нас постоянно забирают эту всю продукцию. А сколько времени, ну, я думаю... Час-два, да? Ну, час-два, да, я думаю, так. Ровно. А вот в городе уже знают, в общем-то, имидж есть у измайловских макарон? Да, уже у нас, во-первых, у нас там магазины берут, у нас оттуда приезжают, ну как, покупают за наличный расчет. И, ну, в общем, там везде можно найти нашу продукцию. Остальная мука куда идет? Мука идет, ну как, на склад, на продажу, магазины реализуем. И также отправляем в организации, в город приезжает, Сибай там забирает у нас на продажу везде. Как-то вот принято ценить канадскую продукцию, вот дубленки, шубы, вот мы любим, да? А я слышал, что канадцы у вас купили здесь какие-то роскошные шубы, правда это? Да, и причем не одно изделие, а несколько изделий. Значит, у нас здесь, как вы знаете, внедряли канадцы технологию зерновую по... И, значит, в порядке экскурсии пришли к нам в цех. Посмотрели нашу продукцию. Вот, и, в общем-то, она им понравилась. Пошли к Александру Антоновичу, попросили его. Значит, он дал добро, мы им пошили несколько шуб меховых.
значит, дубленки, безрукавки дубленые, куртки дубленые. В общем, несколько изделий там наши есть в Канаде. Сейчас в провинции Онтарио сейчас очередь, да, запись идет на продукцию измайловского цеха, так? Да, в общем-то, если честно сказать, то круг клиентов у нас очень широк. Наши изделия носят и в Москве, и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и в Ставрополе есть, и Глазово, значит, и Челябинск, Магнитогорск. В общем, довольно-таки по всему, можно сказать, бывшему Советскому Союзу. Я слышал, что сам факт покупки вот вашими земляками колбасы в городе вами воспринимается как личное оскорбление, правда? Ну, это конечно, а как же? Ну, марку не терять, чтобы своего совхоза, как же? Ну, у нас колбаса, во-первых, она делается из хорошего мяса. Это уже сам факт этот. И тем более, ну, город есть город, а деревня есть деревня. Тут уже все натуральное, все свое. Я слышал, измайловцы наелись колбасой уже трех сортов. Сейчас им подавай сервелат, московскую. Ну, уже, конечно, у них выбор стал покруче. Им надо уже получше что-то по ассортименту, чтобы московская была, и сервелат уже, конечно. Сильный, мы до сих пор здесь не были. Это вот новый коптильный цех. Для чего он? Это коптильный цех. Он у нас приспособлен и для копчения мяса, и свинины, и баранины. И мы можем здесь и рыбу коптить. Так что у нас широкий ассортимент. Много лет назад, примерно 6 лет, когда я первый раз встретился с товарищем Заплатиным, и дружим мы до сегодняшнего дня. И каждый раз, когда я приезжал, я привозил ему новые песни. Но он любит еще песню «Ивушки». А вот эту песню, по первой встрече у нас был такой разговор. Найди ту песню, которая подходила бы моей молодости, когда я работал комбайнером, шофером. Вы всю жизнь лидер. А полагаете ли вы, сколько у вас недругов, завистников, которые только и ждут, когда же Заплатин оступится, когда он ошибется? Да, к сожалению, есть. Я об этом знаю. Знаю, есть, и ждут, и желают. Даже в разговорах вроде бы льстят, а на самом деле есть. И стараются даже и ножку иногда подставить. Ну, что сделаешь? Наверное. Это вас подстегивает или вот настораживает? Да, между прочим, вот вы правильно говорите. Я по характеру, наверное, такой человек. Меня именно еще больше озлобляет, что ли, вот больше дает энергии. Я еще более стараюсь все сделать для человека, для хозяйства, для экономики, с тем, чтобы не потерять бразды, не снизить ни производство, ни культуру, ни материальное состояние и жизненный уровень людей. Зачем вам депутатский мандат? Вам что, не хватает власти? Вы совершенно правы. Действительно, и многие мне говорят так, ну, особенно родственники. Вот. И годы у меня, конечно, уже такие, что надо бы успокаиваться. Но я просто наоборот. Вот сейчас, знаете, какое-то появляется желание, посмотрев на, вот, на измученных людей, большинства людей, которым не хватает на сегодня заработной той платы для прожиточного минимума, уж не до шикарного или до высокого уровня жизни, а для прожиточного не хватает совершенно. Детей не могут учить, пролечиться не могут совершенно, значит, одеться хорошо не могут. Пенсионеры, значит, вообще на грани черты, ни таблетку купить не могут, ни уколы цены не могут делать. Вот недавно в больнице был, посмотрел, что делается. На молодежь посмотрел, столько стало последние 3-4 года беспризорной, неопределенной молодежи, которые не могут поступить, везде надо платить деньги, семей не хватает, болтаются, будущего нет. Ну, думаю, ну как же дальше-то жить? Кто-то-то должен поправлять, Андрей, вообще-то порядки-то. И я думаю, что я болтать не буду, да, я говорю, что я не дипломат пока, я не политик. Но как сердце болит, и как мы делаем в ассоциации, как в Измайловском, что для народа, и ни одного еще не обманули, и нет смысла. Я думаю, я принесу больше в Думе, чем либо, который два, третий раз лезет, избирается.
в Думу, значит, ничего не сделав, не отчитавшись перед людьми, которых обманывают. Вот. Я думаю, я еще не испорченный человек, не научился врать людям. Максимально загруженный человек, на плечи которого уже упала огромная тяжесть, грядущая зимовка при минимуме кормов из-за летней засухи. Заплатин буквально выкраивает часы для встречи с избирателями. На одной из таких встреч в Брединском районе мы побывали. Кандидат в депутаты выступил перед сельской районной интеллигенцией и рабочими элеватора. А мы прощаем таким депутатам. Они потом, срок пробыв там, едут, опять обманывают нас всех, значит, влезут в душу, то обещают, другое обещают, построю, сделаю, выделю. А потом уехали и забыли. Много навыделяли нам, хоть один депутат Государственной Думы. Давайте вспомним. Много настроили нам, много выполнили наказов. Ни один, палец об палец. И даже не приехали, не соизволили поздороваться. Какие же это депутаты? Что это за исполнители воли народа? Человек умирает, просит, плачет, сделай ты мне обезболивающее. Она говорит, я плачу, у меня ничего нет, нет. И все это другое остальное. Ну хорошо, у нас у здравоохранения все от совхоза пользуется, от ассоциации, полностью мы содержим. Значит, так. Хорошо, народное образование и питание там, и все остальное, значит, как-то мы постоянно делимся и понимаем, и директор даже школы средней является заместителем генерального директора по народному образованию. Вот, мы там не делимся. Но это мы, мы только тут снизу карабкаемся, изыскиваем все резервы, все возможное, весь потенциал свой, имеющийся в животноводстве, в растениеводстве, чтобы как-то не дать упасть, стыдище от народа стыдно. Одновременно с Заплатиным на Брединскую землю высадился музыкальный десант, в состав которого вошли известные всей России артисты Александр Заволокин, Иван Плешивцев, Виктор и Екатерина Протоковила, Ильсур Вильданов. У Александра Антоновича большое хозяйство. И это хозяйство, мне кажется, его надо еще увеличивать, еще укреплять. До размеров России, да? Да, до размеров России. И Александра Антоновича я всегда считал просто мудрым человеком. И всегда вспоминал своих дедов, своих вот родителей, где-то сопоставлял. И мне вот всегда такое впечатление, что я просто у какого-то хорошего человека, друга, какого-то такого наставника. Александр Сергеевич, кто из вас такую форму вот выбрал концертной деятельности? Вы, когда я на лицо, или сам кандидат депутата? Ну, можно сказать, что это форма выбрана и мною, и, значит, моим кандидатом депутата Государственной Думы. Потому что на самом деле, ведь смотрите, какой прекрасный концерт. Там, где мы бываем, кругом нас принимают с большим желанием. А ведь все они живут в совхозе Измайловске. Это же громадный потенциал культуры живет в совхозе. Как же его не использовать? Грешно было бы такой культурный пласт не взрыхлить, да? Конечно, конечно. Вы уверены в победе своего кандидата? Да, я думаю, что на 99% должен именно он победить, Александр Антонович Заплатин. Ну, до сих пор ваши слова сбывались почти во всем. А вот на чем зиждется ваша уверенность на сей раз? Ну, я думаю, что, во-первых, человек, которого я представляю, за которого я везде ратую и предлагаю избирателям голосовать, он человек дела, он человек труда, он человек большого ума. И вы видите, что не только труд у него, значит, на благо производства продукции сельского хозяйства, но и культурный, громадный потенциал. Я как-то слышал, что Заплатина называли человеком из социалистической легенды. Как вы думаете, почему? Ну, он вырос, значит, в предвоенные и военные годы. Он работал, значит, именно в ту пору мы все там работали, значит. И он создавал все блага коммунизма в своем маленьком совхозе. Я думаю, поэтому он и сегодня, вот в рыночных отношениях, он не растерялся. Он нашел себя и делает то, что нужно было и к чему мы призывали людей, делая социалистический период жизни. То есть, чтобы человек жил как можно лучше у себя на родной своей земле.